рассказать ли тебе выставку, которая сейчас проходит, на которой ты участвуешь? Есть интересная. Есть интересные работы, которые приятно видеть. Радостно, что так делают руки человека. С этим хочется соприкасаться не раз. Скажи, пожалуйста, с кем из интересных художников ты встречался, с кем из интересных людей и последовали ли какие-то приглашения, пока в этом рынке? Лучше, лучше не говорите. Чтоб не создать трудности этим людям. Учитель, мировое изобразительное искусство в настоящее время находится на распутье. Одни удаляются в форму, а другие в содержание. И много сейчас появляется больных работ, от которых не только портится настроение, но и порой болит голова. Но ведь в эпоху Возрождения искусство показало, что оно может вести людей в сторону духовности. А может ли изобразительное искусство подняться на новую ступень в сегодняшних условиях? Оно должно подняться на новую ступень. Но оно может подняться только в одном случае, когда сам автор, художник, кто стремится творить руками своими, он должен духовно, правильно расцвести, раскрыться. Именно правильно, грамотно раскрыться. Не как это существует в традиционном проявлении религиозных идей в обществе, а правильно. Что существует, это видимость, иллюзия. Это попытка обмануть себя, не меняя образа жизни. Но духовность и то, что существует в обществе, это противоположное направление. Нельзя будет это совместить, не меняя образа жизни. Поэтому, конечно же, главная задача – это художнику самому найти себя как человека. Не самовыразиться и найти себя как какую-то индивидуальную личность, неповторимую в обществе, а найти себя как человека. Просто как хорошего человека, доброго человека, который беспокоится о ближних, которые живут вокруг него, который всегда готов все бросить и пойти им на помощь, и не выпить из себя, а не показать себя. Вот ему надо найти это, главное, в себе. Правильно осмыслить, воспользоваться этим правильно. И тогда дела его рук, они приобретут другое качество. Он успокоится, он не будет торопиться. Он начнет спокойно трудиться, делать. Прежде всего, творя произведение как песню, которую им просто хочется спеть. Неважно, как ее оценят искусствоведы, существующие, так называемые. Он споет, и если это песня радости, те, кто уже жаждут этой радости, они сами придут. Их не надо будет звать, им не надо будет доказывать, что это очень красиво. Скажи, пожалуйста, сейчас очень многие восхищаются твоей техникой работы пастелью. А в эпоху Возрождения искусство Микеланджело, Рафаэля, оно как бы достигло вершины. Но действительно ли вершина была или возможен путь дальше? Ты имеешь в виду по технике и все-таки еще и по содержанию, если это был такой толчок, лучше, с тех пор практически не было в таком количестве в мире. На это лучше так не обращать особое внимание. Человек должен сделать так, как он умеет. Он не должен беспокоиться о том, насколько особенно он это выразит. Он должен петь песню от сердца. И если он постоянно старается это делать, нормально развиваясь, у него эта сторона его творчества, она обязательно будет развиваться. Это неизбежно, это естественный процесс. И чтобы запечатлеть что-то руками, человек, по крайней мере, должен грамотно осмысливать то, что он делает, и то, что он видит вокруг себя. У него должна быть взаимосвязь между увиденным и тем, что пробует произвести его руки. И если нарушена эта связь в сознании, это значит нарушена целостная его форма, как естества, и поэтому у него не удается. Он видит одно, рисует другое. У него не удается передать то, что он видит. И тогда
начинает мучиться в этом отношении. И чтобы не особо увлекаться мучениями, он начинает самовыражаться. Хотя на самом деле он не умеет это выразить. То, что вокруг него находится. Поэтому тут надо быть осторожнее в этом стремлении. И понимать, что самая главная ценность в произведении, конечно же, это наполненность. Именно наполненность. И когда люди в полной, нормальной мере начнут заниматься творчеством, искусством, умение у них поднимется до больших вершин. И люди, соприкасаясь с этим произведением, не будут сравнивать, насколько качественно заложена какая-то внешняя отделка. Они будут смотреть, что они чувствуют от такой работы, как она их наполняет, не выражаясь словами, громкими какими-то всполохами. Он приходит к произведению и получает то, в чем очень нуждался. Укрепляются его силы, укрепляется его здоровье, потому что произведение как раз это все способно выправлять, если оно правильно исполнено. Оно несет часть человека. А пастель тем более, это еще и особенная такая уникальная особенность, но такой нюанс, где человек, мастер, втирая мел в основу, он неизбежно оставляет части своего тела. Частички кожи у него уходят в основу. То есть он часть себя запечатлевает на этом пространстве, которое он выбирает. И это произведение способно максимально передавать его особенности этого человека, его переживания, его желания, его информационную основу. И если она интересна, она неправильно формируется, то она обязательно благотворно будет воздействовать на всех, кто будет с этим соприкасаться. И если туда, в произведение, заносится неуравновешенность человека, его злобность, его зависть, его постоянное переживание, которое диктует ему само общество, от таких картин обязательно будет болеть голова. С ними нельзя соприкасаться, здоровому человеку будет идти искажение его поля. Обязательно. Поэтому, конечно же, произведение искусства должно быть грамотно рассматриваться. И если уж выставлять его людям, то к этому надо очень серьезно подходить и правильно подходить. Иначе будет опасно. Ну, то есть это касается не только изобразительного искусства, но и всех других сфер. То есть и музыки, да, и архитектуры. Все, что делает человек, да. Где у человека есть возможность выразить свои переживания. Он же их пробует запечатлеть. И эта информация начинает идти вокруг. Если я правильно понимаю, то получается, опять возвращаясь к предложению, что где там личности, да, Микеланджело, Рафаэль, Леонардо да Винчи, они просто за счет своей личности, то есть это было внутреннее отношение. Верно. Идеология, которая была, они как бы, вот она была, и они все делали свое. Известно, что когда расписывал Микеланджело Сикстинскую капеллу, он же без конца с папой назывался, он сказал, я сделаю так. Верно. Там же есть такая фраза, когда всем это рассказывают, что идет порядок на земле, я найду порядок на небе. То есть я правильно понял, да? Верно, верно. То есть, в принципе, если то есть достижения произведения искусства прошлого, можно сказать, что они появились вопреки тому, что диктовала церковь. Ни по-другому не могли возникнуть. Только вопреки. Потому что то, что диктовалось, это жесткие были примитивные условия, из которых пытался выкрутиться художник. У него горело пламя, его сковывали эти условия, он пытался вырваться, вроде бы и не полностью и не противореча задаваемым жестким условиям, но ища путь, который позволит это шире проявить его творчество, вырваться его огню творческому. И вот эти уникальные произведения как раз появились вопреки действиям церкви, но никак не с помощью ее. Поэтому все вот эти мастера, они, как правило, были в конфликте с той властью церковной, которая в то время существовала. Учитель, скажи, пожалуйста, как ты чувствуешь себя в Москве? И смог бы ты здесь жить, если была бы необходимость? Нет, нет. Я бы не хотел здесь жить.
Скажи, пожалуйста, вот многие, даже сегодня бабушка к нам приехала утром, и особенно старшее поколение, мы тоже ощущаем, как ускоряется темп жизни. И что уж нашим детям ожидать от этой жизни? Это, в принципе, нормальное состояние? Нужно ускоряться человеку или жизнь совсем другая ожидает? Она будет благодарна за все, что получаешь, понимая, что ты получаешь то, что сам искал. Другого не бывает. И если ему тяжело, но он находится в данном месте и делает то, что ему привычно и хочется делать, это плоды того, что он выбрал, на кого можно сетовать. Хочешь другое? Иди возьми другое. Учитель, вопрос такого, наверное, практического свойства. Мы живем в достаточно тесном, душном городе, где живет масса людей, в общем. И негатив, о котором вот Андрей говорил в самом начале, и света, да, он здесь проявляется достаточно явственно. Вот. И как все-таки предстоит агрессии прямой на самом бытовом уровне обычного человека? Ну, чтобы не сделать, например, человеку опять дурного, да, сдержать себя и так далее. О чем стоит помнить? Ну, это уже вопрос, который на самом деле касается как раз сути духовного учения. И есть два варианта. Либо изучается, ну, максимальное рассматривается количество конкретных проявлений в жизни человека на бытовом уровне, когда происходит контакт человека с человеком очень часто, очень тесно. И где рассматриваются правила поведения в каждой отдельной ситуации, за которым ты начинаешь следить, воспитывать в себе это. Потому что, ну, нельзя сразу стать добрым, при этом напоминать, да тут надо терпение. И человек сразу, да, хорошо, пошел и начал терпеть. У него не получится это. То есть потребуется воспитание в одном случае, в другом, в третьем. И таких сотни, тысячи обстоятельств, в которых надо с собой просмотреть и начать себя контролировать, сдерживать. То есть воспитывать себя духовно требуется. И вот тут уже должно помочь учение. Потому что есть заданные законы, в которых родился человек, а значит, правильно выжить в этих законах он сможет, когда он точно начнет соответствовать параметрам этих законов. Он должен их принять правильно. Тут будет недостаточно того, как он к этому хочет относиться, как он это трактует. Чем больше искажений в трактовании, тем больше проблем. Чем точнее будет понимание, тем меньше проблем. И вот закон истинный, он призван позволить человеку иметь учение, которое начнет обозначать точные правила поведения в тех или иных обстоятельствах, насколько это возможно будет тронуть широко. С другой стороны, ну, можно опереться на что-то традиционное, восточное и пребывать всегда в медитативном состоянии в каком-нибудь. Тоже оно тебя не учит правильному поведению. Ты просто становишься отрешенным, такой, ты вроде бы есть, и нет тебя. С улыбкой мимо прошел, там, тебя палками на тебя машет, улыбаясь прошел, потому что ты никого и не увидел. Ну, конечно же, это не то будет, хотя, ну, традиционно, опять же, долгое время формировалось на Земле, ну, конечно, это будет не то, потому что истинное поведение человека – это очень душевное отношение друг к другу, это уметь сопереживать, это уметь поделиться радостью, а это уже отсутствие отрешенности. Это обязательно тесный контакт чувственный должен быть. Поэтому вот тут уже, если предполагать развитие вот этой стороны чувственной человека, тут уже отрешенность нельзя иметь. Тут надо иметь правила, по которым надо воспитывать себя, грамотно воспитывать себя. Поэтому теперь уже недостаточно сказать, любите друг друга, любите врагов, и раз, повернулся, пошел. Вы теперь знаете, все у вас нормально будет. Не будет нормально. И результат этого ненормально сейчас можно наблюдать. Все знают, что надо любить врагов. А как это делать? И в каждом конкретном случае, где столько разных нюансов и оттенков. И вот тут начинают блуждать, путаться, набьют себе много болезненных мест и потом начинают трактовать в выгодном свете. Но, как правило, в далеком от истины русле. Потому что эгоизм заставляет найти решение, которое угодно именно для эгоизма, но не для духовности. Поэтому сейчас можно легко встретить такой абсурд, когда человек, говорящий о любви, может благословить орудие уничтожения этой жизни, ну,
На самом деле это абсурд, конечно же. Просто не знаю, как еще подобрать какое-то слово. Это уже крайние такие отклонения, с которыми к разумности не имеет отношения. Спасибо. Если драка, да, вот, если тоже... Я имею в виду, да, прямая агрессия, когда уже взяли. Наиболее благоприятно, если человек все-таки владеет этими возможностями, это попытаться сдержать агрессивную атаку, не нанося ущерба тому, кто пытается атаковать. Ну, защититься так, чтобы у него заболели руки. Ну, ты не сломал их. Но у него утратился интерес, он понял, что это нет смысла. Ну, это было бы, конечно, лучше. Но, с другой стороны, я не исключу возможности, когда ты можешь что-то сделать и больше. Если увидишь развитие событий таким образом, когда может быть большая трагедия. Такое допустимо. Но надо быть внимательным, потому что твой вред должен быть сведен к минимуму. То есть он должен быть оправдан. Но это та сторона, которая сейчас очень сложно затронуть точно, потому что каждый, услышав такие слова, начнет трактовать по-разному. Потому что то, что, опять же, вернемся, благословение какой-то там подводной лодки, ракеты, это скажет оправдано. Тут уже сам факт оправданности надо рассматривать в каждом отдельном конкретном случае. И, по крайней мере, ну, насколько возможно, какой-то достаточный объем очень точных конкретных обстоятельств разнообразных просмотреть. И тогда начнет формироваться хоть какая-то, ну, более-менее точная картина, о чем идет речь. Если просто сказать об оправданности, это должно быть оправдано, это почти ни о чем не сказать. Более того, это может быть даже и благословить на большие неприятности и нарушения законов истины. Пушечевская, ну, так же сказано, оправдано. Все. Пойдем сожгем село, оно оправдано. Они очень опасны. У меня такой вопрос, который давно уже мучает. Вот сейчас на Земле живет 6 миллиардов людей. Ведь у каждого, насколько я понимаю, может, я ошибаюсь, вложит какое-то предназначение. Да? Человек должен быть творцом, судя вот по тому учению, которое... Но многие ведь либо не раскрываются, либо вообще уходят, да, от своей сущности. И только лишь единицы, которые вообще способны как бы вспыхнуть или пойти поперек вот этого общества. Вот. Ну, правильно я понимаю, что да. В каждой душе есть предназначение. Если бы каждый взялся, то... Верно, верно. Зарождение произошло по одному принципу, и все наделены одинаковыми качествами. То есть по сути своей они в каждого заложена одна и та же основа. Божья основа, она имеет свои свойства, специфические свойства, которые призваны подталкивать человека на уровне интуиции к поиску Божьего. Так как ни один человек не может прямую слышать голос Бога, его не существует такого явления. То человек именно выстроен таким образом, когда он интуитивно, пробуя соприкасаться с разными явлениями, должен учиться определять, и он может определять, что очень дорого ему, что как-то особенно задевает его внутренний мир, и становится дорогим. И что-то, что неприятно, но что навязывает ему, потому что это выгодно, это удобно, это еще как-то. И вот тут у него выбор. И, конечно же, чтобы пойти наперекор тому, что диктует большинство, нужна определенная зрелость внутри. Зрелость не бывает сразу, не проявляется в массе. Она проявляется в единичных проявлениях. Это закон. Поэтому другие, они призваны за этим примером пойти, тоже сделать выбор. И тогда единицы начинают умножаться, их становится больше и больше, но не появляется сразу масса. Поэтому, выстраивая государственные отношения, связанные с понятиями демократии, или если нет правильного формирования личности, не произошло, то попытка совместно, большинством голосов, найти наилучшее решение, она тупиковая попытка. Невозможно найти наилучшее решение. Выберется что-то усредненное. Это закон. Это может быть только в одном случае нормальное проявление, когда все участвующие в обсуждении духовно зрелы. Они не будут отставить свою точку зрения, во что бы это ни стало. Они смогут объективно осмыслить любое мнение, с которым они соприкасаются, с позицией того, а вдруг эта мысль действительно
интересней, чем то, что ты имеешь. Только тогда человек, проявляя заинтересованность, начинает глубже осмысливать новое. Если у него сразу мое самое правильное, а если у них не совпадает, значит, это все ерунда, это первый признак глупости, отсутствие разума. Но это особенность человека, опять же. Это его эмоциональное восприятие реальности. Он настроен так, чтобы чувственно прежде воспринимать реальность, и вот это результат этой чувственности. То есть человек на самом деле пока никак нельзя назвать разумным. Получается, что вся история человечества, вот, насколько я могу проследить, ну, да, скажем, тоже записано в Ветхом Завете, вот, в основном, ведь человек, и сейчас ученые к этому приходят, исследователи, что как бы его создали как раба на самом деле. А Божье, да, в Новом Завете открывается, что первое имя человека – Отец Небесный, да, и уже душа, и совершенно другой остается закон. И вот если на протяжении веков люди жили, там, скажем, до первого пришествия по этим законам, и за 2000 не смогли перестроиться, то сейчас вообще есть у человека шанс вообще как-то перестроиться? Или это удел, опять же, единицы, как вы говорили только что? Кто удел. Будет двигать это общество, или оно так и будет просто? Удел действительно единиц. Но этих единиц должно быть достаточного количества для того, чтобы суметь создать основу, пусть небольшую, но благодаря которой человеческий вид, ну, вид человека сможет сохраниться, что бы ни произошло вокруг. То есть это, естественно, не 5 человек, это не семья Ноя, этого недостаточно. Это должно быть гораздо большее число людей. Тем более, что надо закладывать основу не просто такую, способную выжить, как какое-то племя дикое. Мы говорим об обществе, где должно развиваться искусство, творчество. Значит, все необходимое для творчества должно тоже быть сделано руками человека. То есть это грамотный подход, умелый подход. Это все нужно сформировать. А эти умелые люди, они еще должны уметь жить друг с другом. То есть, ну, это определенная зрелость, которая, конечно же, в этом случае крайне важна. Этих людей нужно собрать, создать для них условия, где они начнут воспитывать себя в нужном направлении. Но они все равно будут разные. Одни будут те, кто сильнее, и те, кто слабее. Дистанция в этом различии может быть великой, и тогда соблазны они друг другу могут большие создавать. Но это нормально. Слабые должны помочь сильным стать еще сильнее, а благодаря этим более сильным тоже подняться в силе. Они должны будут учиться жить. Вот это условие сейчас необходимо исполнять, потому что к этому пришло время. Но чтобы сформировать такую основу, недостаточно. Года, двух, трех. Нужно много лет. Надо вскрыть очень многие недостатки, к которым привык человек. Проявлять, который привык. И ему надо дать это проявить, переосмыслить и уже сделать мудрый шаг в другую сторону. Но они должны вскрыть эти недостатки друг друга. А для этого совместно жить нужно. Не приходить время от времени на работу куда-то, а жить. Только тогда вполне они начинают друг друга узнавать. И у них прекрасная возможность видеть самих себя. Но это надо годы. Вот эти годы, они сейчас и проходят таким образом, когда идет это формирование. Очень непростое, горячее, но без него никак. Потому что случись какая-то сложность экстремальная, собирать куда-то людей бессмысленно. Какие бы ни зрелые ни были, они не станут жить одной семьей, родной семьей. Начнется борьба за выживание. Включатся механизмы древние, дикие, и все сойдет опять на примитивная, первобытная основа. Ну, если можно. Да. Если уж мы коснулись сейчас этой темы, да, вот, события разворачиваются, сейчас ученые, значит, пришли все-таки к выводу, что Землю ожидают большие неприятности, катаклизмы. В мире определенные силы хотят все-таки что-то изменить, там ученые по-своему видят. Индейцы, например, 71 племя в Америке собрались, которые сказали, что давайте зачем землю матушку, то есть посмотрите на наш опыт. Но даже по государственным каналам, да, вот фильмы сейчас прошли, которые показывают, к чему это может привести.
Вообще это можно как-то предотвратить? Или все-таки есть достаточное количество людей на Земле, которые действительно немножко дальше ушли, вот как ты говоришь, и вот воображение чем-то сейчас поменять, или это уже как бы неизбежность определенная? Предотвратить нельзя. И не нужно. То есть даже если какая-то возможность, как будто бы, условно допустить, появилась бы, ею нельзя пользоваться. Человек от этого не меняется в лучшую сторону. То есть есть необходимость, когда тот уровень разума, который сейчас проявился в жизни человеческого общества, ему нельзя позволить существовать дальше, если духовный мир не выправится в должной мере. Потому что результаты проявления этого, казалось бы, большого развития цивилизации человечества, он очень печален, он очень горек. И если духовное становление не произойдет должным образом, оно обязательно должно привести к большой катастрофе. Именно сознание человека и его прекрасная способность находить интересные научные открытия. То есть это останавливать нельзя. Но надо воспользоваться этим временем, когда оно еще есть, и сформировать ту основу, которая обязательно станет основой будущего человеческого общества. Но там надо заложить сразу все психологические правила духовные, которые помогут им нормально формироваться в единой семье, где будет исключена вероятность разделиться на духовной основе. Это самое страшное. Это надо обязательно избежать. Значит, духовные законы нужно раскрыть в той мере, настолько полно и широко, чтобы исключить вероятность такого разделения. Потому что люди, если они едины в сердце, это самое важное условие. Если они соберутся просто лишь объединившись в необходимости выжить, как волчья стая, или там животные соединились, во время пожара вместе бегут, они потом все равно будут грызть друг друга. Успокоится пожар, они нападут друг на друга. У людей это надо исключить. В экстремальных условиях они соединятся, но они не всегда будут в экстремальных условиях. Они пройдут, успокоятся. И они должны быть готовы быть уже одной семьей, а не начать возрождать то, от чего пробует уйти сейчас. А вот, ну, как-то немножко тревожно становится от того, что не все вот в последнее время говорят, что мы действительно какие-то катаклизмы, катаклизмы. А успеет ли семья, вот так, как ты говоришь, будет ли время, ну, оно, конечно, идет 14 лет уже, да, более 14 лет, смогут ли эти люди объединиться и создать основу? А то вдруг вот волна накроет и всех унесет. Надо верить, надо стараться. Люди спасутся. А вот какой ценой, это нельзя планировать. Будем смотреть, будут стараться люди, они делают выбор. И, конечно же, чем горячее событие, тем активнее работает мышление человека. Но им надо самим приложить нужные усилия. Поэтому насколько они сумеют создать благоприятную среду, ну, это только лишь мы увидим со временем. В это можно только верить. Желать, чтобы это было как можно лучше, прикладывать максимальные усилия, чтобы сделать это как можно лучше. Но спланировать это нельзя. Учитель, скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. А стоит ли духовно устремленному человеку задумываться о своем доме? Или вот создавать свой дом, как вот говорят, Анастасии, родовое гнездо, чтобы там было уютно, тепло, чтобы дети там могли развиваться? Или все-таки духовно устремленный человек, он должен быть готов в любое время переместиться, ну, в любую точку, куда ты укажешь? Переместиться желательно будет тому, прежде всего, кому хорошо бы поучаствовать в формировании будущей среды. Другим нет смысла торопиться перемещаться. Им будет благоприятнее покинуть свое тело в уютном домике. Поэтому все должны исполнить то, что действительно им лучше и сделать, не кому-то другому, а именно им. Но не все могут исполнить одну и ту же возвышенную задачу. При всем своем пожелании принять истину Христа, на самом деле люди не имеют одинаковых возможностей это сделать правильно. Они как были, так и остаются теми, где среди них есть те, кто примет, среди них есть те, кто будет сомневаться, и среди них есть те, кто оголтело, с дикими глазами будут гнать ее. Это естественное явление. И нельзя их выровнять между собой.
Потому что вот эта эволюция, которая происходила в человеческом обществе, она очень сильно большую разницу позволила проявить в качестве человека, разных людей. Большая разница между ними. И теперь, чтобы создать новое общество, эта большая дистанция, она должна быть сокращена. То есть большой такой разницы нельзя иметь. Иначе одну истину неизбежно начнут трактовать очень по-разному и опять начнут закладывать разделения. Они должны максимально правильно, наиболее так одинаково, с небольшой какой-то разницей, эту истину воспринимать. Тогда будет заложена такая стабильная основа, исключающая разделение на духовной почве. Они могут разделяться только в качестве творчества, проявляясь что-то красивое, воспевая красивое. Это и должно быть разное. Но как только касается духовной системы, никакого разделения не должно быть. Но для этого должна быть соответствующая зрелость, близкая очень, каким-то наиболее благоприятным параметрам. Все остальные туда не должны войти, и они, даже если их втянуть, они не смогут там быть. Они неизбежно начнут включать законы, которые будут против них работать. То есть если человеку позволить ругать, проклинать Божие, он неизбежно попадет в условия, где его физиологическая основа начнет быстро разрушаться. Это закон, просто лишь закон. И если позволит формироваться Божьему наиболее активно, то вводя туда единицы, способные против этого как-то проявлять свои действия, эмоции, оно быстро начнет разрушать эту единицу. Поэтому тут многие законы, их следует учитывать. И они по-своему, сами по себе тоже зададут ритмы движения человека на этой земле. Но опять же исключить, что к той основе, которая формируется, придут много слабых, нельзя. Они придут. Их будет много. Но они не должны сломать эту основу своим обилием. Поэтому до этого времени эта основа должна сформироваться, скристаллизоваться максимально. Тогда она сможет воздействовать организационно на эту массу. И они быстро вольются. Иначе это будет опасно. Пока идет шевеление по земле, средства массовой информации только делают, что ругают, за редким исключением. Неужели это будет и дальше так позволено Богом? И неужели миллиарды людей, которые на земле живут, не видят Божьей славы на земле? Да, сейчас это больше все то, что сейчас мне пришлось сказать. Потому что это зрелость, внутренняя зрелость. Человек всегда ищет то, что на данный момент для него наиболее желанное. Он так построен. Поэтому ищущий найдет обязательно то, что ищет. Но все дело в том, что именно он ищет. Но он обязательно найдет то, что ищет. Там даже, где этого в принципе не может быть, он все равно это найдет. Но это не значит, найдет именно это. Он найдет свое понимание этого, он найдет свое преломление реальности, выгодное ему, желанное ему. И поэтому отсюда, чем сложнее и неправильнее сформирован внутренний мир человека, его чувственный мир, тем можно больше гарантировать, что он не сможет увидеть истину. Он преломит реальность в очень искаженном свете, ее начнет воспринимать. Поэтому это непростая задача помочь всем, как бы этого ни хотелось. Это все зависит от способности человека видеть, воспринимать. Сейчас очень многие люди, даже здоровые вполне, начинают чувствовать какое-то внешнее давление, улучшение здоровья. А связано ли это с воздействием Вселенной на Землю, на здоровье людей? И если так, как можно людям это избежать? Или не нужно? Духовное развитие. Воздействие есть. Меняется все. Такие глобальные изменения, связанные с Землей, которые сейчас протекают, они неизбежно будут влиять на информационную основу человека. А информационная основа природная – это психика, физиология. И воздействие будет большое. То есть изменяется вибрационный фон, он усиливается, активнее становится. И, соответственно, он начинает создавать давление.
на устоявшуюся психику, каких-то вибраций, которые привычны были в течение долгого времени для человека, это начинает создавать нагрузку на психику. И вот здесь выстоять возможно только, когда человек правильно начинает ориентироваться с духовных позиций. Когда он может благодарнее воспринять даваемое ему, благодарность его, понимание, что за этим стоит гармония, она призвана помочь человеку исключить его стремление осудить, как-то выругаться, выразить недовольство. Потому что вот эти все выражения негативные, они обязательно будут усиливать разрушение, происходящее в его психике, в его физиологии. То есть оно будет вызывать, естественно, по цепочке серьезные отклонения физиологии, болезни всевозможные, которым будет торопиться лечить, не стараясь поменять свой духовный настрой. Он будет искать таблетки, он будет искать всевозможных целителей, которые якобы за какие-то быстрые, удобные моменты сможет им помочь. То есть они будут поддаваться на всю эту иллюзию в поисках своего выздоровления, но его не будет выздоровления. Разрушение будет успешно протекать дальше. Будет менять формы, но оно будет протекать дальше. Спастись от этого можно только лишь по-настоящему оценив духовные ценности. По-нормальному к этому отнестись, переосмыслить все то, что уже существовало. Традиционное восприятие духовных ценностей – это ненормально, это уже несерьезно. Уже пора перерасти этих традиций. Надо по-другому взглянуть на все эти вещи. Потому что когда говорят, ну вот у нас есть корни традиционные какие-то, что именно это за корни? Конкретно, что именно за корни? Все сведется к обрядности. Причем здесь обрядность и духовность? Обрядность – это своеобразное творческое отношение к выражению каких-то своих чувств, переживаний. Но это не есть духовность. Духовность – это способность воспринимать реальность и как-то правильно и грамотно к ней относиться. Прежде всего, это отношение к ближним, к своим тем людям, которые окружают повседневной жизни. Вот там начинать надо искать духовность. Это правило поведения человека. И здесь уже надо посмотреть точнее, а действительно ли то понимание отношения к ближнему, которое было, уместно? Или пора уже пересмотреть какие-то понятия с более интересных позиций? Поэтому эта часть очень непростая, но которая потребует сейчас от человека как раз проявить те его главные ценности, которые, в общем-то, и на призм проявлять. А это именно его способность, ну, доверять своему мышлению, доверять своим ощущениям, уметь придерживаться их, не торопиться ругать себя, что я грешник, значит, я не в состоянии видеть ничего хорошего, нормально видеть. Это не бывает. Душевное качество, которым он обладает, оно создано из Божьих основ. Оно и уже несет в себе предрасположенность точно находить Божие. Просто это все закрыто многими эмоциональными такими наслоениями, которые сформировались от разных условностей, ложных условностей, и они не начинают мешать. Но в основе человек способен определять Божие очень точно. Он так сделан. И сказать ему, что ты не можешь, ты когда-то там был первородный грех, и теперь вы не в состоянии это видеть. А кто из живущих может сказать, что он в состоянии увидеть тогда? А разве не все ли они одинаково идут оттуда? Ну тогда вообще тогда никому нет смысла друг друга наставлять. Все одинаковые, все идут оттуда. Ну, тут появляются свои интересные, конечно, суждения, которые создают для человека соблазн посчитать, что он лучше мыслит, чем другой. Но это очередная уловка, потому что вообще попытка человека выразить, что я лучше понимаю истину, чем ближний, это уже признак слабости. Ну, вещь непростая, духовность, но ее надо очень грамотно начать пересматривать, то есть позволить людям в обществе разумно осмыслить все вопросы, которые связаны с духовностью. Им не надо бояться. Потому что все, что делается сейчас в обществе, оно рассчитано на то, что человек по-прежнему должен восприниматься в обществе как часть стада, который не имеет права мыслить, но которому надо дать направление. Это не та область, духовность, где людей надо рассматривать стадом. Они все одинаково рождены и имеют одинаковую основу.
Божию. То есть им тебе надо позволить поверить в себя, почувствовать, попробовать, сделать шаги какие-то, осмысливать. Но им нужна фактически точная информация, предоставляемая, если уж средства массовой информации включаются в эту область, а не свои собственные суждения, как часто это делается, вводя великое множество в заблуждение. А точные факты, предоставляя возможность людям самим делать вывод, осмысливать. Вот тогда можно максимально избежать неприятностей, если эти условия создать. Если этого не делать, предоставлять ложную информацию, и не с таких позиций, когда она дается в выгодном свете для кого-то другого. Этот обман, он будет создавать максимальную сложность. Люди потом попадают в большие неприятности, так и не поняв, что на самом деле они их просто обманули. Они так верили. Но с другой стороны, все, что люди имеют в обществе, они заслуживают этого. Это из их среды выходит. Они сами создают для этого благоприятную среду. Тут тоже никак. По-другому это неправильно будет на это посмотреть. Это все, что присуще человеку. Сейчас такая интересная тенденция наметилась. Открылся православный канал, там же как раз услышал такую мысль из уст священника о том, что то, что Иисус Христос нам поставил 2000 лет назад, практически невозможно исполнить. Ну, как мы все знаем, там, на уровне интуиции, изучения, что человек не может дать, то есть Бог не может дать человеку то, что ему не по силам. Вот. Конечно. Они идут за собой очень большое количество людей, конечно. Их сейчас не трогают, там, понятно. Но это люди, которые определяют. Самое интересное, что это мое наблюдение, просто скажу. Это... Мусульман сейчас довольно, они более как бы гибкие ко всему к этому подходят, когда с ними общаешься. Это какая-то закономерность или... неизбежность, или это кто-то их ведет совершенно другое, чтобы они диктовали вот эту вот идеологию. Большому количеству верующих не дам, на уровне как-то было там 2000, там даже 100 лет назад, когда не было средств массовой информации. Это специально только вот так вот это делается. Да. Это внутреннее состояние человека такое. Тот подход, который сформировался однажды и который традиционно пытается удержать, это плоды этого подхода. И то, что позволяло однажды сформировать христианство, это уровень разумения очень примитивный. Тем более, что в Новом Завете очень многое не открывалось. Всего лишь давалась благая весть. Чтобы просто люди поняли, что они все на земле дети одного Бога. И Он одинаково любит всех. Но нет, избранных людей не бывает их. Они одинаково любимы. Избранность – это эгоистичность. У Бога это невозможно. И вот эта благая весть и о том, что Слово Божье может быть только одно, это прежде и нужно было сказать. Но в жизни людей всегда проявляется естественное такое обстоятельство, когда, опять же, что мы упоминали до этого, боязнь самостоятельно размышлять, она толкает массу людей к тому, чтобы обо всем спрашивать кого-то, не желая нести собственную ответственность за что-то. Надо, чтобы кто-то подсказал, а потом, если что-то не так, сказать, а это он подсказал. То есть такая детская, примитивная потребность. И она в массе присутствует. Поэтому, естественно, появились какие-то лидеры, какие-то уважаемые люди, к которым просто начали массово обращаться со многими вопросами люди. Надо было что-то ответить. Но если этого нет в Писании, что ответить? Это же надо сделать авторитетно, не говорить, вы знаете. Я, наверное, ошибаюсь. Ну, может быть, этот вот так вот. Так ведь не подается. И стали подавать авторитетно. Это стало входить в традицию, стало включаться как закон, но на самом деле там очень много неправды, не соответствующей действительности, истине. Но это тоже сформировалось в учении, поэтому сейчас, если говорить о христианстве, ну, будет неправильно сказать, что все, кто тут католики, это все христиане. Христианство это почти не имеет никакого отношения. Там о христианстве упоминается, но основаны эти учения на толкованиях, которые сделали уже люди, и на которых сами разделились. У католиков есть свои толкования того, чего не было сказано в Писании учителем. У православных другое. Появляются святые,
которые тоже прибавляют что-то, но они люди. Что-то они искренне правильно могли ощутить, но немало того, что было просто неправильно понято. Опять же, с позиции того уровня разумения, мышления, воспитания, в котором они находились, они многое в принципе не могли видеть нормально, правильно, но искренне в это верили. А раз искренне верят, они легко могут очень убедительно это сказать. Во что поверят другие? Но вот так и сложились учения, которых нельзя назвать христианством. Есть православие. Нельзя сказать, что это христианство. Есть православие, есть католики, есть протестанты. Но сказать, что они христиане, нельзя. Там упоминается, что да, был Иисус, что там вот говорил о любви. Но это только такое упоминание. Учением это нельзя назвать. А в учение превратились в традиции. Традиционные суждения. Они стали учением. Вот они никак друг друга принять не могут. Но так как они стали это формировать много лет раньше, чем мусульмане, поэтому, конечно же, у мусульман получилось более совершенное понимание во многом. Тем более, что учение данное Коран, который был преподнесен, он давался уже с учетом отклонений, которые уже имели христиане в своих толкованиях. Поэтому во многом они более совершенны. Ну, такова особенность психики человека. И то, что сейчас можно наблюдать, как хранится традиционно, конечно, оно настолько уже стало далеким прошлым, к чему бессмысленно стараться вернуть людей. Просто вернуть уже нельзя, это будет неразумно. Тем более, что любой прогресс, развитие предполагает, что веруя во что-то, в какую-то незыблемость, дальше должно поступить что-то более совершенное. Но совершенное другое не может стать сразу же вместо незыблемого предыдущего. Предыдущее должно как-то разрушиться. Должен как-то утратиться авторитет, который располагает мыслящих людей или более созревших идти дальше к поиску нового. Это нормальное явление. Поэтому наступает кризис. И нет смысла ругать людей. Вы оторвались от теперь прошлых ценностей, и теперь у вас такие неприятности. Вернитесь к ним. Это очень неразумно. Это надо просто понимать, как естественное отмирание устаревшего и переход к чему-то большему. Значит, в этих условиях надо искать большее, присматриваться. Оно где-то должно появиться. Вот тогда это будет разумный поиск. Осмысливать грамотно, не торопиться ругать, бояться, как это привыкли делать раньше, потому что мудрость не приобретается на страхе. Это надо осмысливать. Вот это время сейчас и наступило. И говорить о корнях смысла нет. То, что требуется развивать человеку сейчас, корни этому не способствуют, которые имеются. Они не могут этому способствовать. Они рассчитаны были на другое суждение, на другое разумение. Разве эти корни способствовали развитию изобразительного искусства? Нет. Иконописности, проявлению таких произведений искусства, оно способствовало. Но полноценному, широкомасштабному развитию изобразительного искусства оно не способствовало. Оно не могло способствовать. Совсем другое получилось. И как же возвращаться опять? Куда? В прошлое. Искусства никакого почти не было. Оно было больше ремесленное, больше несущее некоторую своеобразность, религиозность, но оно слишком узковато было, очень узкое. И человек не может, не должен стоять на таком узком восприятии реальности. Он должен развиваться, видеть шире. Ну, это целый пласт такой очень серьезный, который, конечно, требует более глубокого рассмотрения. Есть вопрос. Учитель, скажите, пожалуйста, сейчас каждый день на всей планете, на нашей, происходят всякие странные события. Их называют чудесами, некоторые называют официально церковь, называют несовершенно православными. Вот я имею в виду явление странного, это НЛО, вот, контакты с пришельцами, номерами, контрагистами, призраками, все, что вы знаете. Вот, все-таки, что это такое, на ваш взгляд? И как к этому относиться?
все это существует. Многое из того, что пробует обозначить как-то, действительно существует, имеет место, и пришельцы имеют место, и живущие рядом с людьми другие существа, которые могут контактировать с человеком, они существуют. Это много. Жизнь очень богата. Но так заострять на это внимание не стоит. Вот опять же, сейчас то время наступило, когда все эти явления начнут активизироваться и воспринимать человека. У него восприятие увеличивается, и он начнет и воспринимать поступающую к нему информацию, подмечать то, что раньше мог не подмечать, происходящее вокруг него. Но оно только воспринимается как необычность сейчас, как чудо, как какое-то незнакомое явление. Поэтому, конечно, но учитывая ситуацию с особенностью психики человека, оно притягивает, оно манит. Оно не новое, но интересно. Человек начинает увлекаться, но не подозревая, что на самом деле это может быть очень опасно. Лучше в эту область особо не обращать внимания. Главное – это стать человеком. Если человек правильно идет, ему на самом деле никто повредить не может. Если уж с позиции таких посмотреть, когда, смотря на что-то новое, могут задаваться вопросом, а не повредит ли это человеку, а не является ли это опасным. Если идет человек нормально, не является. Это нормальное явление, которое всегда было и происходит рядом, и будет происходить рядом с человеком. Но человеку надо стать человеком. Надо нормально формироваться. Тогда все будет замечательно у него. Он вовремя, нормально выйдет, если нужно, с кем-то на контакт, в нормальном смысле, и безвредно воспримет какую-то поступающую к нему информацию. Он должен научиться разделять нормальную информацию от ненормальной. Вот этой способности у человека нет. Потому что духовная незрелость не может, вернее, она наоборот провоцирует к восприятию ложной информации, то есть больше расположенным быть к восприятию ложной информации, чем к правдивой. И поэтому многие явления сейчас в жизни человека, они, конечно, носят такой трагический характер, когда эта поступающая информация вынуждает к каким-то действиям, ну, которые разумными назвать никак нельзя. Ну, опять же, это определенная неизбежность. Тут не задать условия, которые четко смогли бы всех оградить. Человеку дорого собственное видение мира. Ему дорого то, что он сам чувствует. И если другие не чувствуют, ему легче сказать, что они просто не умеют чувствовать, они грубее. А я чувствую, значит, у меня лучше это развито. Ну, вот на этом они и ловятся. Скажи, экстрасенсы, которые вот сейчас очень активно предсказывают катаклизмы, допустим, вот один из сейчас известных, раскрученных, скажем так, телевизионных экстрасенсов, сказал, что в 2009 году по Америке будет нанесен ядерный удар. Вот, и он категорически это заявляет. Не наносит ли они вред таким образом? Сказать, что это вред, нет. Оно создает определенную психологическую среду, которая все равно по-прежнему оставляет за собой, за человеком свободу выбора. В какой-то судьбе это будет такая информация для какой-то судьбы, конечно же, она сыграет свою роль и задаст определенную коррекцию в движении человека. Но сказать, что это вредно будет, никак нельзя. Может и будет. А может и не быть. Тем более, что человек живет таким образом, когда есть большая многовариантность событий, которые можно на сегодняшний день увидеть. Но она не является жесткой, эта многовариантность. То есть, тем более, само слово многовариантность, это предполагает много развитий разных явлений. И они зависят от выбора отдельного человека, группы людей, занимающих ключевые положения, и еще больше группы людей, которые, может быть, уже во всем мире занимают ключевое положение. То есть вот эти цепочки все разнообразных личностей, они задают разную направленность. И поэтому в таких активных событиях решения могут быть, иметь очень разнообразные, чем в более стабильном обществе. А сейчас нестабильность растет во всем мире. Оно провоцирует очень большие отклонения в выводах, в суждениях. И вот эти выводы экстрасенсов, еще прочих людей, они могут, ну, создавать благоприятную почву как раз для вот таких суждений и важных суждений, которым порой очень важно подталкивать, может быть, даже неточной информацией, подтолкнуть к действиям, которые очень нужны и очень полезны во благо человека. Такое может быть.
Но об этом лучше не торопиться судить человеку. Он не может знать на самом деле, во благо, не во благо. Главное, чтобы каждый, делающий свое дело, делал искренне и, по крайней мере, искренне понимал, что он старается сделать это как можно лучше, и на данный момент он видит это наиболее благоприятным. То есть он в это верит. Вот это и есть самое главное. И не надо торопиться судить со стороны об этом человеке. Если он искренне делает то, во что верит, как правду, как правильное, он правильно делает свое дело, значит, его действия нужны. Нужны для того, чтобы как-то скорректировать движение каких-то групп людей в обществе, которые начнут соприкасаться с этой информацией. Это нужно. Это будет только во благо. Только во благо, к этому надо однозначно отнестись. Но злом никак не будет являться. Она тем более не заставляет никого ничего делать. Учитель, скажите, пожалуйста, вот экстрасенсы, что это за люди? Они несут в себе какую-то особенную вещь? И что у них за способность? Это дар вообще или проклятие? Это естественное умение, которое все больше будет обретать люди. То есть мы уже упомянули в определенный момент, что сам характер развития человеческого общества, изменение среды геофизической, Земли, ее вибрационных особенностей и развитие психики человека, оно приводит ко все более совершенным ступеням в развитии. Значит, открываться будет что-то новое, чего раньше он не знал. И вот это начинает приобретать массовый характер, хотя оно было всегда у людей, только не так явно выражено и не в таком масштабе, как сейчас это происходит. Просто пришло время. Люди должны вырваться на ступени, которая позволит им гораздо шире воспринять информацию окружающего мира. Но обязательно в этом случае должно быть хорошее, грамотное духовное формирование. Иначе обилие информации человек не сможет правильно просеять. У него должна быть некоторый такой фильтр стоять. Духовность, она предполагает формирование фильтра, когда ты выбираешь информацию из обилия только ту, которая помогает формировать тебе твою духовность. Ты видишь, что это во благо. Если фильтра нет, ты берешь все в подряд, только на одном детском любопытстве. Все интересно. Ух ты! А вот это да! Особенно, а если это еще у меня, ух ты, я лучше. И вот на такой волне мы сейчас наблюдаете картину, которая, конечно, носит, ну просто порой и улыбнуться можно, порой и поплакать можно, но она, ну, большой-большой такой разнообразный сумбур вносит в жизнь человека, эта информация, конечно, она, как правило, вся примитивная информация. Потому что сюда включаются источники, которые, пользуясь ситуацией, хотели бы определенным образом повоздействовать на движение тех или иных людей. И они эту информацию вносят целенаправленно, уже просчитывая вероятность поведения тех, кто с этой информацией столкнется. Что это за источник и какую они цель имеют? Разную. И уже об этом нет смысла говорить. Человек должен думать. То есть, если он что-то ищет, он должен понимать, для чего ему это. То есть, это нормально. Это путаница, которую задают эти источники, нормально. Пускай она будет, чтобы люди учились думать. Они должны мыслить иначе, без этого нормального проявления своего, возможности своего разума, говорить о спасении человеческой цивилизации, будет бессмысленно. Нельзя бродить стадом по этой земле. Надо действительно проявить свои качества, которые выделяют человека из мира животного. А это способность его мыслить гораздо шире, воспринимать широко информацию окружающего мира и использовать его благо. То есть брать прежде то, что в данный момент нужно, а не все подряд, а вдруг пригодится. А сейчас пока человек так похож, он вошел в кладовку, где так много интересных блестящих предметов, и он гребет все. Он не знает названия ничему, но он гребет, потому что оно так блестит красиво, оно вдруг пригодится в хозяйстве. И он все сгребает, там острые, взрывоопасные предметы, он даже не знает на их название. Но ему интересно. Вот так сейчас действуют экстрасенсы. Они гребут все, что им понравилось. А оно и дается как раз то, что ему понравится. То есть если человек выходит на контакт с каким-то источником, этот источник, значит, владеет гораздо большими возможностями, чем тот человек, который на это выходит. Ведь этот источник прокладывает эти еще возможности выйти на контакт с человеком. И дает уже информацию так, чтобы этот человек в нее поверил. Потому что для этого источника не является тайной особенности этого человека. Его склонности, наклонности, предрасположенности, его воспитание, которое у него было, это все известно этим источникам.
И они это используют. И легко дают ту информацию, в которую обязательно поверит этот милый человек. И пойдет, и будет заявлять, будет мутить воду. Ну так, как надо. Но все равно он сделает благо. Хочет, не хочет, он сделает благо. Можно еще вопрос? Учитель, вопрос, о котором мы спорим, задали часто очень, это когда речь заходит об экстрасенсах, людей, которые обладают определенным даром, и о том, что они при помощи этого дара зарабатывают деньги. Ну, помогая людям решать некоторые проблемы. Правильно ли это вообще не такое? Нет, конечно, неправильно. За это нельзя брать деньги. Это лишь можно в том случае, когда твоими действительно умелыми действиями оказывается действительно интересная помощь ближним. И тебе приходится на это тратить много времени, но тебе же надо покушать. И если ты еще за кого-то ответственен, надо их накормить. Но тогда люди должны, увидев, что у тебя нет этой возможности, они стараются эту возможность перекрыть. То есть они предлагают свою помощь в ответ. Но если ты ставишь это наперед цену, то это уже не то. Психологически это ненормально. Тем более такой профессии в жизнедеятельности человека, как личности, как истинной ценности, которую он в себе имеет, ее не существует. То, что сейчас делают экстрасенсы, этого нету. Ведь они выправляют то, что на самом деле нарушаться не должно в нормальной жизни. А если и нарушилось, то сам человек легко это должен решить. Если не он сам, то тот, кто рядом находится с ним, точно должен ему помочь решить. Это не является проблемой, оно не должно быть проблемой. А так как люди мечутся сейчас, создавая большое количество ошибок, создающих для них сложности большие, ну, естественно, у них появляется своеобразный примитивный спрос. Ну, будет спрос, будет и предложение. Является ли проведение каких-то определенных чудесных исцелений, мироточения икон, либо вот сейчас недавно была передача о том, что крест из земли растет, показателем того, допустим, для людей, кто это видит, что, может быть, истина уже только на земле, и лишь чем это является? Да лучше так не акцентировать. Пускай воспринимает так, как человеку это дорого. Потому что если он подошел, имея для себя дорогим православную идеологию, то это укрепит его на том пути, на котором в данный момент он стоит и который для него дорог. Если подошел другой человек, другую идеологию имеет, и это у него как-то интересно отзовется и как-то укрепит его на его же пути, нормально. Это для него пусть дорого будет, так как он именно воспринимает. То есть это нельзя трактовать. Пусть она будет той помощью, которая в данный момент она сможет оказать тому, кто что-то ищет, и в данный момент соприкасается с этим чудом. Если она как-то ему помогла укрепиться на земле, тверже встать на ноги, поувереннее пойти вперед, это нормально. Как он это истолкует, неважно, это нормально. Нельзя сюда носить эту грань. Иначе грань, она жестко отсечет всех других, у кого ожидания, поиски не соответствуют тому, что в реальности якобы здесь находится. Ну так нельзя лишать людей надежды. Пускай они найдут все, что хотят найти. Если это их как-то укрепит, замечательно, пускай это будет. Тут нельзя торопиться говорить от Бога, нет Бога. Если человек перерос уже какие-то истины, тогда можно дать следующее пояснение. Если он искренне верит в то, что имеет, то разрушать это нельзя. Это неумно и нормальным не является. Надо дать этому человеку вызреть больше в том, что ему дорого. Правильно будет назвать, что всегда такие проявления являются проявлением высших сил? Или же это все-таки может быть еще? Нет, это может быть и проявление естественных законов природы, которые пока просто неизвестны человеку. Но он сам их задает, эти законы, видит плоды того, что сам задал. Но так как он это в жизни не встречает каждый день, для него это кажется необычным, что кто-то вмешался. Хотя они задали все вместе. Это даже не один человек задал, а группа людей, ожидая, веруя. Ведь они так сильно воздействуют на окружающую реальность таким образом, но не подозревают об этом, не задумываются об этом. Хотя все больше начинают уже понимать, что действительно происходит,
что, думая, человек меняет окружающее пространство. Он задает эти формы. Они существуют реально, их можно фиксировать, фотографировать. То есть у них есть свои свойства. И в данном случае так оно происходит. Многие чудеса люди ждают сами. Но им интереснее верить, что это кто-то им дает. Это и опять же им получается интересней не верить в себя. Все та же ошибка. Боязнь поверить в себя. А ведь он может и помочь другому, исцелить его может. Он может много помощи ближним, но не верит. Он боится. Распорядок дня. Ну, это будет странный рассказ. Ну, что же я себя начну? Да, наверное, я никакой родитель, потому что я то в творчестве, то иду к людям. И, может быть, даже очень много уделяю внимания детям, как бы хотел это сделать, но мне это не просто сделать. Ну, как так оценить это? Ведь я принадлежу, получается, всем. Тебе, наверное, скучно. Просто как бы у тебя знания вселенские, необыкновенные. Ты смотришь, наверное, на других людей, тебе среди других скучно, потому что люди зациклились, топчутся на одном месте, дальше не идут, одни и те же вопросы задают. Сердце не радует. Ну, мне не хотелось бы вас расстраивать, как-то печалить, но лучше так глубоко это не трогать. Есть, конечно, свои нюансы такие особенные. А что их смотреть? Так. Да, по-другому с того, что они действительно радуют. Вот, например, в этом году, летом был, 53 года, там, все-таки заметно, что что-то поменялось. Вроде те же самые дома, вроде те же самые люди, отношения все-таки поменялись. Но, конечно, не до тех масштабов, в которых ты переживаешь, но это же чувствуется уже. Меняется, конечно, меняется. Меняется, есть. Есть что-то расстраивает, конечно, потому что то, что я вначале упоминал, скрываются недостатки. И в определенный момент они скрываются те, которые раньше было трогать сложно. Но так как они скрываются, они, конечно, поднимают целый пласт сложностей, которые начинают формироваться внутри этой общины, и которые пробуют победить сами люди. Но время идет, оно показывает, что все-таки они могут побеждать. И они есть, эти люди, они все больше и больше укрепляются и становятся больше. Это радует, конечно же, но остановиться только на них не совсем достаточно в этом случае. Они же все дороги. Вот оно пока еще делается такое, что... Я еще раз хотел спросить вопрос. Насколько я помню, все-таки движение будет стронгнуть, когда кто-то разберет, все-таки какой-то образ выдвигаться, а остальные как будут протягиваться. Будет время, потом обернуть. Да. Да, да. Среде. Главное, чтобы тот, кто выдвигается вперед, не смутился теми негативными проявлениями, которые в отношении его пойдут от тех, кто послабее. Они неизбежно будут его ковырять, колоть, даже не желая, может быть, того, просто по неумению, не умея справиться с какими-то своими эмоциональными проявлениями, они сделают какие-то сложности. И вот тут тому, кто начинает утверждать что-то действительно правильное, первым ему главное не смутиться, продолжить это делать. Если умея правильно, благосклонно отнесясь к тому, что сделать для него ближние, благодарные. То есть если он считает, что по сердцу то, что он делает, это правильно, то есть у него внутренний состояние. Он должен это делать. То есть можно как да. бы смотреть, пытаться делать свое, а не отягиваться назад, не останавливаться. Конечно, он должен делать дальше. Он должен быть готов помочь, подсказать, но не должен оставлять то, что делает. Он должен делать дальше. Не угождать тем, кто отстал. Но тут, конечно же, мы сейчас начинаем тему трогать, которая так будет сложно умело применить во многих конкретных обстоятельствах. Это только как намек, общий план, но дальше надо конкретно переходить в ситуацию, где допустимо оставить и вернуться, а где ни в коем случае нежелательно оставлять делаемое и вернуться куда-то в прошлое. То есть тут может быть много. Появится момент. Еще
Еще такой вопрос, Федор, тронул немножко. Если вот мужчина действительно чем-то занимается, он увлечен, да, и действительно не стоит этого времени, как он в семье, может быть, там не столько внимания уделяет, то есть он находится в этом состоянии, то это нормально вообще? Как женщина должна это реагировать? И как мужчина сам должен вести? То есть бывает момент, когда что-то делаешь, и вдруг творческий порыв идет, и вдруг какой-то нюанс, он сбивает, и все, потом никогда не вернешься. То есть как этот баланс вообще предусмотрен в семейном, в природе? Все зависит от важности тех или иных событий, которые происходят и которые накладку создают. Все зависит от умения понять друг друга и отнестись снисходительно к ошибке, которая вполне может быть допустима в этом случае кем-то из ближних. То есть это умение понимать. Это вот и есть духовный вопрос. Как-то задать линию поведения, которая исключит ошибки в таких выборах, которые предстоит каждый день делать. Ее нельзя задать. Многие ошибки должен человек сделать. Они просто необходимы для того, чтобы глубже понять степень неправильного понимания того, что с ним происходит. Надо в это войти. Значит, ошибку надо допустить ему. Ее нельзя исключить заранее. Тогда тот, кто находится рядом, он должен уметь понять эту ошибку, не осудить. Зачем? Это нормальное явление. Поэтому вот если правильно духовный мир формируется, то на самом деле эти конфликты, они просто неуместны, их просто не может быть. Нормальной семьи их не может быть. Люди все разные, и никто не будет друг от друга требовать быть таким же, как он сам. Он позволит им быть таким же, как он есть сам. И спокойно, снисходительно к этому отнесется. Он посмотрит, что он может, ближний рядом находится, и уже будет знать, что можно доверить, а что нежелательно, потому что может быть непосильно. Тогда зачем предлагать это сделать непосильно, а потом ругать за то, что он не так сделал. Так он и не смог бы сделать никак. То есть, это все в понимании вытекает. Умение выстроить это понимание, воспринимать реальность. Вот где духовный закон. Он не может формироваться внутри храма. Прийти, исполнить литургию, якобы все. Забронированное место где-то. Сколько же так можно мыслить-то? Вот вышел из храма, начинается основной закон духовного развития. А как ты отнесешься к тому, кто рядом идет, кто тебя нечаянно толкнул, кто тебя обманул, украл тут же что-то? Как ты к этому отнесешься? Вот духовный закон развития, прямо говорящий об истине. Вопрос такой, который обычно волнует. Вот дети сейчас рождаются, уже известно, такие необычные. Вообще не знаешь, как их воспитывать на самом деле. Например, индиго их сейчас называют. И, в принципе, иногда вот за собой, я про себя говорю сейчас, лично про своего сына. Я вообще не знаю, как его воспитывать, что ему говорить. То есть на уровне интуиции. Здесь есть какие-то вообще, может быть, вообще не уже накопился опыт какой-то, я не знаю. Лучше, тут быть осторожным в суждениях. Когда говорят, это более развитые дети, на самом деле это неправильно. Большее развитие духовное, оно определяет спокойствием, определяется умением воспринимать адекватно происходящее вокруг, мирно к этому относясь, спокойно, с добрым отношением. Если ребенок спокоен, не реагирует бурно, эмоционально что-то, это говорит о его духовной зрелости. Если эта часть у него не работает, а работают другие способности, это не говорит о развитии, это опасное отклонение. Потому что воспользоваться этим правильно, грамотно сможет только духовно зрелый человек. Иначе могут пойти отклонения серьезные, и это в жизни даст большие трудности. Поэтому это наоборот. Это большая просто проблема, которая появляется, и которая на самом деле, в общем-то, можно назвать естественной. Как бы так, по времени, может быть, даже и своевременной. Человек развивается, изменяется характеристики его сознания. Он должен, у него, у человека, открываться возможности к восприятию больше информации, находящейся вокруг, чем той, которую он воспринимал до этого времени. У него открываются эти возможности. Они, естественно, открываются. И поэтому по-разному начнут сейчас пробиваться в этот мир будущего, в этот информационный слой, в эти поля информационные, вхождение произойдет. И это только лишь знаменует, что надо торопиться духовно укрепляться. Потому что такой прорыв, чем он больше начнет происходить, тем больше опасность начнет формироваться.
опасность самоуничтожения человеческой цивилизации. Потому что воспользоваться таким знанием можно только, когда духовная зрелость достаточная. Ее нет. И поэтому крен может быть очень серьезный. Изначально человек не родился, как бы прекрасная душа в прекрасном теле. И вот жил бы такой... Соединение, уникальное соединение духовной основы с физической оболочкой, живущей на Земле, оно было само по себе неповторимым явлением в мире Вселенной, в мире материи. Явление впервые произошло. Оно не таким является продуктом эволюции. Постепенно эволюционируя, удачно соединилось. Это искусственное однажды соединение, которое, естественно, дает ряд накладок, которые в данном случае, они естественны были. Поэтому, как только духовная ткань впервые соединилась с материальной оболочкой, чувственный мир этой оболочки вышел за рамки, допустимые для нее природой. Он стал намного шире и сильнее. Соответственно, все то, что разум должен был суметь сделать у этого человека, у этого организма, сделать с чувственным миром, он оказался бессилен это сделать. Чувственный мир стал обладать разумом. И появилась сложность. Человек стал осмыслить реальность, думая, что он мыслит разумно. На самом деле он мыслит чувствами. Он разумно ничего не видит. Все, что нравится, он берет как разумное. Все, что не нравится, как неразумное. Отец не может в этом? Нельзя. Потому что отец не человек. Он не является, он не имеет возможности, как у человека, прийти в дом, постучать, выбить дверь, дернуть за ухо. Ну, нет таких у него возможностей. Поэтому у человека заложено условие, когда именно он сам своими усилиями должен будет разобраться в происходящем. Мудрость – это не когда тебе впихнули знания. Мудрость – это когда, делая ошибку, ты начинаешь понимать ее правильность тех или иных действий. Но уже понимаешь всем своим существом. Вот мудрость. Это не дашь, как информацию. Поэтому человек должен быть мудр на земле. А значит, он должен суметь пройти жизненный путь, сделав массу ошибок, и найти ту главную ценность, которую крепко возьмет и понесет уже, не теряя никогда. Ну, вот такие сложные условия были изначально неизбежно заданы. Поэтому вот этот путь в тысячелетия, когда столько пролито крови, столько глупости сделано, он был неизбежен. Его нельзя было в принципе изменить. Это нет возможности вообще. Винить Бога здесь, это может только неразумный. Это нет возможности в принципе. И рассматривать этот долгий путь как долгий, это тоже неверно. Это условность. Впереди вечность. А сейчас люди живут только краткое мгновение, за которое не успели, конечно, сильно нашуметь. Но это очень краткое мгновение, оно забудется очень быстро. Как только люди начнут правильно жить, это забудется информация. Она быстро уйдет из памяти. И люди никогда не будут вспоминать о том, что у них однажды было. Они часто легко могут забывать это. Но когда полностью изменится информационное поле общества нового, они уже быстро забудут о том, что было. И искоренят, выветрят это из своей памяти. С памяти души, из генных своих особенностей, своего физиологического тела. Они быстро выветрят это. Учитель, а ты сам эмоциональный человек, тебе самому тяжело себя сдерживать и... Я, наверное, конечно, могу что-то... Ну как, что такое кипишь? Ну, нет, наверное, так кипеть-то сильно. Наверное, не киплю. Ну, порой как-то хочется что-то эмоциональное, как-то что-то, может быть, сделать. Немножко так могу нахмуриться. Наверное, что такое, если я же имею человека, я не биологический какой-то робот. Конечно, могу переживать. Соответственно, с этим они у меня могут эмоции как-то проявиться. Ну, наверное, может быть, не столь масштабно. Когда на киберкуле не устраиваешь? Да, нет. Нет. Это... Спасибо большое. Спасибо. Ну, отлично. Хорошо.
Thank you.